всем привет. С вами сегодня опять я, Дима. Мы в пиксельных играх опять. Пиксели! Много пикселей. Вот, да. Мы новые пиксельные игры. Мы для моего канала это Террария. Я убиваюсь. Я пытался очень долго настроить музыка, чтобы у меня все работало. Наконец-то все работает. Экс. Нас уже встречает жирная руда, которая... Можно подумать. Ну, в Майнкрафте она не такая уж и сильная, так что... Нафиг. Она не нужна. Но на самом-то деле она очень нужна. Я застрял. Многие могут не понять, что я тут делаю. Серьезно, с одного удара не убиваю. Хуйня на уроне. 5 демеджа. Такс. Мы сразу делаем рабочий стол. Это очень круто. Подожди, больше так. Что мы сейчас будем делать? А я иду, а я иду копать. Я иду копать. Конечно, здесь дофига просто валяется вот таких вот, так сказать, базы. Чудом света. Понимаете, это пиксельная игрушка воды. Красавчик. Ну и есть красавчик, и будет красавчик. Так. Теперь мы можем. А мы ничего не можем. Что вы хотите мне сказать? А что? Почему? У меня вопрос. Я не могу сделать себе ничего больше. Боже, я же вроде как добываю. Не знаю, что я такое. Блин, выпасть, пожалуйста. Ну, отлично, я застрял. Я буду честно, мальчик, и я довольно часто буду ходить вот по таким пещерам. Блин. Скиллов-то нет у меня. Я здесь очень странно. Крафтится одно дерево и дерево. Да, тут никакого угла не будет. Факелом сейчас застану. Откуда я знаю? В нем канат. Был. Был со мной.
как странно, когда твой инвентарь не заполнен. Ну, доверху. Опа. Шурикены. Не удивляйся, что я буду говорить не шурикены. Я знаю, что правильно шурикены. Я буду говорить шурикены. Но мне так нравится. А, да вы издеваетесь. Ну, еще один канал делать. Или я так слышу? Вот так. Опа. Это как лестница, только... Где я ее могу дофига найти? Она даже бывает иногда тупо не нужна, эта веревка. У меня было такое, что... Мне ее очень много, и я ее не использую, потому что... Мне по шахтам стало ходить не зачем. Только если не найти голема. Ну, серьезно. Мой дед уже почти умер. И сейчас ночь. Но зато хотя бы не кровавая луна. И чего мне не хватало? Мне факела не хватало. Блин, серьезно, я... Хоть... И сидел целыми днями, играл в террариум. Но все равно я почему-то забываю крафты. Потому что террария она зазвенит. Все, готово. Экс. Текс. Я ничего нового не могу сделать. Это очень плохо. Стоп, я дебил. Ну блин, ну не трожьте вы моего гида. Он умрет. Как я буду стену плоти потом призывать? Ну плюс, он всего лишь эксперт. Издевайтесь. Хотя в тот раз я сначала на нормал ходил, на нормале развился, а сейчас я решил по хардкоре. Ай-яй-яй-яй! Я сейчас помру, Отстань! Не трожь меня! Не трожь! Убил. Блин, я только не киду. ХП, вы видели? Это вообще шикарно! Блин, ну обидно, что я ничего больше не могу сделать. Думаю, что я не могу. Ок. Так уж и будет. Сделаем пока. Блин, не хотел его крафтить. Серьезно? Я скрафтил два шлема. Два семейных шлема. Семейный шлем это так уже звучит. Вот я смотрю еще свой крафт. Это реально, да я просто... два семейных шлема. Я еще буду экипировываться. Ладно, пишет он такой. Сейчас нам нужно что сделать. Во-первых, вернулся. Сделать пару. Я не хочу ходить. Не взять шутки. Ладно. Сейчас сразу накрафтим немного, как она. Зомбаками на экспертизе с таким маленьким количеством жизни. Ты не привычно пустил к ней. Я не могу никак привыкнуть. Я сейчас говорю иногда тихо, потому что я еще не привык играть в террарию и комментировать. Только когда мы играем на сбор. Его вы не знаете, но он будет в моей силе. Иногда. А я забрался? Я вообще высокий прыгун.
Серьезно, без аксессуаров так высоко поднялся? Вообще, это не нравится. Я просто аксессуары не играю, они одеваются вот сюда. Аксессуары. Чё, блин, что у меня здесь что-нибудь есть? Да уйдите вы! Какие я умный. Шикар. Зомби скину. Ты будешь возрождаться или нет? Кстати, мне интересно, почему я не могу скрафтить меч? Так, сколько у меня еще железа? У меня один слиток, вот почему я ничего не могу скрафтить. Потому что у меня слитки кончились. Хотя лучше искать железо на чистой поверхности, а теперь где-то на поверхности можно убить. Ну ладно, я ж бегу. Я могу, конечно, туда спуститься, но там страшно и темно. Это железо. Не знаю, не вижу, пока это не будет. Это, по-моему, так, да? Вот так, я так посмотрю. Очень она мне нужна. Вначале. Надо было это все не успеть сделать до наступления ночи. А, у меня же есть Шуриген! Да, на месте, где я возрождаю. Дима, уровень бог. Что еще сказать? Нимбл. Вымбл. Та-та-та-та-та-та-та. Эй, да блин, я не застрелю. О, снайпер, где я? Да блин, не прыгайте. Нельзя вам прыгать. Тихо, тихо, тихо. На, достреляла. У меня сейчас стрелы кончатся. Две стрелы. Все. Стрелы. Шикарно.
Лэнс. Самое нужное время. Как только я туда хожу, сразу там появляется собака. Да. В атаку. Я такой интеллигентный. Блин, у них серебряные монетки падают. Это круто. Вот класс. О, шурикены. Еще подобрал шурикенов. Бам, наконец-то. Меня еще дадут? Это точно железо. Да блин, железо, один урон. Но это вообще не серьезно. Написано было, кстати, 5. Как же сложно счастье. Он подобрал мои деньги. Все, он здесь, смотри, 7 хп у меня. Вместо одного. Дожидайте, быстрее, чтобы он не пропал. Беги, забирайся свои. Отдай мне мои деньги, пожалуйста. Я тебя просто убью и заберу твои деньги. Спасибо. Для Сири. Разве не убьет? Я лучше сделаю за другой убью. Да, куда мы убегаем? Убегаем от погоды. Ауч! Блин. Я обиделся. Это эксперт где-то. Попросил, но он не отдал. Рыбка! Видите эту рыбку? Видите эту рыбку? Вот он! Мой святой зонтик! Зонтик! Дальше рыбка. Подойди. Пожалуйста. Давай. Ух. Мой. Эй. Что зонки подбирай? Я знаю, его можно подобрать. Мне попался... Я не могу получать его зонки. Это просто... Ура, заяц! Попадать! Это же пинки! Это везде у меня, это самый редкий снизин! Это пинки, мы же совсем сюда сдать эти стены. Куда ты улетаешь? Знаешь, какое-то везение пинки стоит. Недаром за него очень стоит. Самый редкий снизин. Никакой не попадался, я уже играю в террарию, когда помните. Ну,
21 час ты сказала, 21 час я выдумала. Ну давай, Кики. Ну, рыбка, иди, на пинку дали. Я выгнал буду. Ура, я уже пинки. А че я так далее? Пинки день. А кстати, думал, что там больно. Не-не-не-не-не, рыба, ты меня хотела подвести, чтобы я туда, к ней спрыгнул. Нет! Я выпадал в зонтик, который не мог подобрать. Или где? Смущать мне ее. Вроде успокоился. Две голды! Я не успокоился. Как попробовать подобрать. Неудобно, надо кликать все время, чтобы отдать. Иди. Моя. Я удал на себя забыть. За это я делаю. Где моя голда? Где мой голда? Новый домик. Примерно это я хотел сделать там, в пещерке. И вот это меня попросил делать со мной. Ну, хотя, просто не будет. Но ты, блин, бомба, а не меня. А что ты делаешь только падение, куда мне попросил? Я из тебя бомбу выкинул! Иди сюда, рыба! Ты всего лишь рыба! Не можешь ко мне прыгнуть! Ты тоже не можешь ко мне прыгнуть! Только прыгаешь! Да почему мне не подразумка? Мне не жутко! Ну, в общем, скоро должна скачать сильно, вроде как. Что я хочу сделать? Добить вот этого вот свинья. Это, во-первых, тоже хорошо, когда ты идешь к краю свинья. Во-вторых, обязательно выключи рыбы. Рыба не получится. Побегусь. Давай! Давай! Битва! Это же битва! Рыба. Я сейчас хочу посмотреть, я могу что-то сделать? Перебрать. Я ничего не могу делать. Вот что прикольно. Я сделать ничего не могу. Всегда. Это не забыто. Рыб. Ой, я болею. Я вообще могу сделать. Я могу создавать такой фильм. Их торч. И с отчаянием больно. Это вопрос нет. Ну,
хотел сделать. Короче, надеюсь, вы мне простите, я дострою эту дорогу за кадром. Да. Хотя я не буду, я все эти серии тогда построю. И на этом будем заканчивать. Если вам понравилась эта серия, я буду еще, наверное, снимать эти серии. И всем удачи, и всем пока-пока.